Эта песня, она рассказывает следующее. О городе Тбилиси, в котором я никогда не был, но собираюсь побывать. Собственно, ее-то и сочинил, и исполнял уже упомянутый Аарон Лебедь. Тбилис, город красивый, большой. И люди в нем тоже открыты душой. Грузины, армяны, татары, евреи. И русский народ. Натуры щедрый каждый из них. И деньги, слово важнее слова, чем деньги у них. Не обдурят. Не обставит, не открутит, но деньги даром тоже не даст. Компания большая там тоже была. Грузины, армяны, татары, евреи и русский народ. Один мне кричит, ну спой нам скорей. Другой верещит, танцуй веселей. Кричали, толкали, хватали, мотали. Деньги даром все же.